Эй, всем привет! С вами Зяблик, и сегодня я вам покажу мод, который облегчит ваше выживание в Майнкрафте. И этот мод вам позволит крафтить из железа алмазы, да. Сейчас вы все увидите, я вам покажу крафт. С помощью железных слитков, если у вас их много и вам просто некуда их девать, то вы можете взять, и давайте я отключим Томанитумс, вы можете взять и скрафтить себе золотой слиток, но если вы нашли золото сразу же, то вы можете взять и скрафтить себе целый алмаз. Да, из этого алмаза можно крафтить вот, он ничем не отличается от простого алмаза, сейчас мы найдем палочки. Так, я опять провтыкал, вы уж скорее всего нашли, где эти палочки находятся. Давайте мы их сделаем. Сейчас. А, понятно. Это какая-то дубовая плита. Так, вот они, палки. И как вы видите, это русификатор. Всё. Вот этот алмаз, он ничем не отличается от этого алмаза. Давайте я вам даже просто докажу это. Так, сейчас мы тут скрафтим еще два алмаза, сделаем себе кирочку и пойдем добывать. Да, если вам не попадаются алмазы, вы не такой везучий, то вы можете взять себе и сделать из золота. Себе алмазную кирку. Всего лишь 8 золота. Как-то это на алмаз целый. Ну, хотя это довольно нормально. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.